Мы на месте. Поскурите пока, парни. А покушайте. Doing there, goofball? Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. Да не только танка ждем же. I'm too big for it. Все, я готов. So I guess you're all grown up now. Yep. Через минуту готов к сумону. Let me drive. Я успел слетать, гвоздик сдать. Сундук повязать и обратно вернуться. Я вот нет еще. What's wrong? AJ? Hungry. А что ты в пиратской бухте делаешь? Кыргызстан плыву, чтобы оттуда, блин, в Танарис. Да кто тут засумонится? Here, practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven place cream vanilla beans into a saucepan and bring to a boil. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Here you go. About all we got. Я тебе портал в Агримар открыл. Ну что-то я уже усвистал. Go for it. А я там пока залипал. We'll find something else soon. Да ладно, тут уже я практически приплыл. I believe you. Ой. Я туда. Туда. Да. Да. Шаверма с острым соусом. Ничего не может быть лучше. Шавуха, да, это хорошо всегда. Ну вот у меня сейчас три квеста в этот затонувший храм. Не одной. Ульдамания не был, Марадония не был, блядь. Просто пропустил. Ничего там интересного. We gonna do it? Think so. Ну так-то квестики можно было бы сделать. Looks clear. We're doing it. В целом у меня в этих инстах и шмоток нет, как и в затонувшем храме. Нормальные шмотки падают уже только в БРД и выше. Почему? Так нужно слишком скорее пройти эту хуйню, апнуться и пойти в БРД. Единственная шмотка, которая на меня может здесь упасть, это... Тканевые наручи с одного из шести боссов по кругу с рандомным чантом. Все остальное мне нахуй не сдалось. Ну вот же ж. Может же ж. We need water too. Особо тоже так ты. И еще что мне надо-то? Что тут кисти рук? Неплохие на СПД с случайными этими свойствами. Где? Первый босс, мини-боссы на балконе. Ну вот, вот я про них и говорю, про кисти рук. А с пророка тебе штаны не нужны? Да нахуя они мне сдались? У меня на СПД. А. Там тем более инты так себе основной этот спирит. Alright. Где это пророк? Инты 18, спирита 18. Ну, у меня 12 инты и 14 СПД, то есть спирит мне вообще, в принципе... Ну, ясно. Правая рука здесь падает, сожми сосну. На СПД, кстати. Но если к нему, если к ней будет какой-нибудь мейнхенд, потому что у меня посох на 21 СПД. Такой вопрос. Если есть мейнхенд с СПД, это можно, так? Вот штаны тут мне пошли бы. Забирай. Забытый город, покажи фарм, что надо. Вот там, да, там есть что-то.
Вот здесь падает на Саньку топорик. Вероятность нанесения удара на один. На хит. На хит, да. Он не то что на танке, но неплохой, да, тоже с хитом. Кольцо тут на Саньку на рейтинг защиты. Угу. Не, на танка там есть что полутать. Monster trap. Левая рука на СПД с случайным заклинанием. Тут что-то трех боссов одной тоже падает. Сожнеца, Ткачик, Хазис, Морфис, один тот же дроп. Ну и там с них самих шанс дропа не очень высокий. То есть если из этих четверых хотя бы с одного упадет какой-нибудь синий дроп, это уже хорошо. С ласта неплохой жезл, в принципе. Ну, а у него ДПС выше, чем у меня, но у меня на жезле этот Frost SPD. Mm-hmm. То есть, да. Отдавать Frost SPD ради дамага с жезла я не вижу смысла. Согласен. Вот БРД там в тюрьме падает. Ууу, там, конечно. Просто обоссаться. Да ебать боссов БРД нахуй. Там пиздец нахуй. В каждой комнате босс, грубо говоря. Никитос. А? Как тебе вот такой вот? И причем это в самом начале БРД, то есть до этого босса от входа идти, ну, минут 15. То есть его можно тупо фармить. Угу. Я вот смотрю Атлас, и там на каких-то шмотках такая печать 5 висит, типа. Я тоже не могу понять, что это. Да типа сейчас недоступно, я так понимаю. Может быть. Ну а на арене там вообще такая солянка падает, там. Там и пояс. Вот пояс есть. Пиздатый падает. На СПД-хи, да? На СПД, на... На рейтинг Нексус заклинаний, да, увеличение урона есть. Это топ, и урона это есть просто топ. Да. Это спелхиты плюс СПД, это все, что надо. Ну что, мы тебя смоним уже кого-нибудь? Кольцо на меня можно? Куда? Давай, Никит, первый смон. А вы взяли этот квест на... как они? Идолы или на что-то там собрать? Который дается в Каминоре. Как не взяли? Что ж вы? Вообще ни одного квеста не взяли. Как так-то? Ну как вот, блядь, на нету. Ого, а маг походу АФК. Семь штук собрал за первый проход, их всего. Кого? Ну, идолов этих. Чайку что-то заварить. Вы скажете, когда маг придет, это... Я чаек завариваю.
Interesting. Ушу и поссать, блядь. На месте. What do we do inside a new place? We listen for monsters. Да то само не слышу. Come on, you remember. We. Маг пока не на месте. Inside a new place. We always find a way out. That's right. Huh. Monsters. All tied up. They can't get us? No, they can't. Front door is the only way out. This one's locked. Security door. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. This opens the lock. That's not happening.
Please leave us alone. This is what we wanted. Poison. Did they give up? They wanted to leave this world together, holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. Зубанчик тигуанинчика. Do we get the key? It's risky. Might be another way through that door. Let's look around. Let's be smart. That's right. Что там, блядь, чародей закончился? Что? Я думаю, он закончился. Алики. Ага. Заебись. Ага. Еще один номер, так, сейчас должен пипки номерать. Три алика. Все ровно. Всего три? Угу. И вы с ними не справились? Я вообще в альтабе сидел. Когда сказали алики, я уже лежал ебал в пол. А я в овце был. Их не три, а четыре. Четвертый петхантовский.